У курского «Динамо» после пражского финала 4-х Евролиги остался лишь один турнир, где в этом сезоне наши девушки не завоевывали трофеев. В российской премьер-лиге самый жаркий период – полуфинальные серии. Курянки на этой стадии уже по традиции встретились с оренбургской «Надеждой». Матч, сыгранный в четверг, к сожалению, не принес радости болельщикам. «Динамо» впервые в этом сезоне проиграла на домашнем паркете. И теперь, чтобы получить путевку в финал, бело-голубым нужно возвращаться из Оренбурга только с победой. В противном случае нашу команду ждет борьба за третье место, что для бронзового медалиста Евролиги и обладателя Кубка России будет не лучшим завершением сезона.